Чё там? Чё там такое? Девочки, будем сейчас собираться. В лес поедем? Поедем за грибами. Ну, вы подошли, я вас не вижу. Я вас не вижу. Давайте, идите сюда ко мне на диван. Давайте, на диван, идите обе. Иди, Дан, иди тоже ложись. Не будешь? Не будешь? Вы в лес поедете? Гулять поедем? Чё, мать, у нее там такое? Чё такое? А, тебя гладить надо. Подкидывает руку. Руку подкидывает. Девочки, какие вы. Да, вот играйте между собой. Ай, как играют они. Да, да, да. Хрю, хрю, хрю. Они еще не знают, что в лес их повезем. Да, да, она как в пионера принимали. Там сидит такая вся правильная. И тебе сейчас. Тебе сейчас надену, что ты истеришь. Как бы ты прям не знаешь. Да, она молодец. Да, она молодец. Теперь мог. Сидеть. Мой. Сидеть, молодец. В лес девочки собираются. Ой, как хочется в лес-то. Да, на ходуном, как волчица ходит. Ты что истеришь? Дан, ты не туда села. Твое место сзади. Вон где Мотя сидит. Давай, Дан, выходи. Выходи. Выходи, давай. Выходи, выходи. Заперлась вперед. Давай, выходи, за руль еще. Поедешь ты, что ли? Давай, иди сади. Так, теперь это... Ну-ка, быстро в машину. Куда вы обе? А мы сзади. А мы сзади поедем, да. Выходи назад. Ну что это такое? Давай. Ну смотри, она не идет. Она... Садись сама сзади, я впереди еду. Дан, давай назад. Давай назад. Ну я сзади поеду, езжай. Дан, давай, все, давай, давай, выходи. Иди сюда, Дан, нет. Да что ж так? Так, все, ладно, это будет бесконечно. Надо передние двери, а мы сзади поедем. Ну, мы поехали сзади тогда, вот здорово. Все, собаки, вези, Мотя. Кто там? Вези. Поехали, что смотришь? Закрывай двери, поехали. Шеф, трогай. Приехали в лес. Собаки все искулились дорогой. Скорее им хотелось. Вон сыроежки есть. Так, а тут мы к месту. Унитаз называется. Потому что кто-то сюда припер унитаз. Ну, куда его еще? Только в лес. Сейчас посмотрим, есть грибы или нет. Березовик. Так, а я ножик не взяла, блин. Надо к машине возвращаться. Ой, березовичек. Как по ковру. Сегодня обещают. Сколько там, 18 градусов днем. Но пока что очень спешу. Так, где-то у нас Дана все убегает. Собаки? Малуша молодец. Дана где? Где Дана? Шум. Ветер пошел по верхушкам, как будто бы кто-то едет.
Вижу, грибочек какой-то вылез. Ну-ка, что за грибочек? Что это за грибочек такой? Нет. Это какая-то поганка. Выглядит как благородный. Ки, собаки, ко мне! Ко мне скорее! Опа! Ой, как Дана бежит, молодец! Малуша! Че, устала уже, что ли? Ты уже устала? Следы брать ты не устала, бегать ко мне устала. Вот это да. Ой, Дана, молодец. И Малуша молодец. Ну, гуляйте. Гуляйте. Что-то грибов не видать. Нашла один подберезовик. И все. Ну и мухомор. Два мухомора. И больше нет ничего. Наверное, надо ехать в другое место. Хоть лисичек набрать бы, что ли. Такой мягкий мох. Вернулись в наш лес, в котором лисички собираем. Где-то вертолет летит, не видно. В общем, здесь более-менее каких-то подберезовиков находим, а так грибов нет. Вот еще один подберезовик. Вот у меня сколько. Вообще нет ничего. Так, сейчас срежем. Что тут? Ну-ка. Червивый. Ну-ка посмотрим. Я такие вот, конечно, не люблю собирать. Они пока довезешь до дома, они все расквасятся. Не гнилой. Так, и вот еще шляпка торчит. Ага, какая-то поганка какая-то. Так. Собаки носятся. Им хорошо. Они рады прогулке. И рада то, что в этом лесу он им знаком. Тут все такое не страшное для них, не опасное. Моти по следам носится, как угорелая. И да, она как конь. Аж земля дрожит. Вот. Ну, а мы только на жареху набрали. Что даже лисичек нет. Странно, да? Тут они практически всегда есть. Но людей это... Я такого еще не видела, чтобы столько людей было. Здесь на машинах. Здесь обычно на машинах одна-две попадутся. Вот. Просто как парковки. Очень много людей. Ну, сухо было, все соскучились. Купаться сейчас не поедешь, а за грибами самое то. Вот все рванули в выходной день за грибами. О, беленький кто-то, это гнилой, кто-то срезал, вон, разобрали. Значит, белые есть все-таки. Надо тщательнее искать. Собак научить бы, чтобы они искали. Тоже я не знаю. Бегали бы, искали. Да, на одно время в молодости находила грибы-то. Потом утеряла свой талант. Так. Вот в закуточке нашла лисички. Вот лисичка, вот лисички. Значит, надо смотреть в можжевельниках. И такой прям класс.
Так, собирали мы грибочки, собирали по лесочку, по нашему знакомому. В результате вышли вообще не к той дороге. И очень непонятно, как мы вообще оказались там. Потому что дорогу мы не переходили в лесу никакую. А оказались как через лес. В общем, и хотелось идти в другую сторону. Но, в общем, телефон, карта подсказала, что деревня в другой стороне. И потом еще машина попалась, да, тоже. Ну, Дана, да, у нее навигатор хороший. Но вот еще бы она машина, у нас машина в лесу. Сейчас идем машину искать. Так-то уже понятно, где деревня, да, и понятно, что за дорога. Сейчас придется опять идти возвращаться. Но она идет в деревню. Дан, идем машину искать. Ой, в общем, короче, приключение. В собственном лесу заблудиться. В общем, машина подсказала, то, что да, деревня в этой стороне, лес в той. Вот так вот. Блин, нам долго топать-то. Мы далеко уехали. Мы уже прям почти в деревне. Сейчас будем искать машину теперь. Вон еще машина едет сзади. В общем, сегодня у нас крестный ход какой-то из машин. Попросить, чтобы довезли нас. Идите сюда, мойте, машина, быстро. Дура. Мойте ко мне, мойте ко мне. Мойте. Так, ну что, мы, в общем, набрали. Мама набрала 6 белых, я 3 беленьких всего нашла. Ну, конечно, людей очень много белых срезанных, ну, таких червивых там, всяких разных. Тут я смотрю, мама провожает. Так, вот, мы заблудились. Но это я рассказывала, что мы заблудились. Нашли потом машину. В общем, съездили, набрали яблок в деревне. Там варенье еще у меня сварено давно. Еще в хорошие добрые времена. В общем, устали, как собаки. И собаки устали, как мы. В общем, Данка как плетень валяется, глаза уставшие, красные, у Моти тоже сил нет, хвост отваливается. Нет, еще у Моти есть еще сила вот лаять на кого-то, за кошками бегать. Я уже все. Нам сейчас только до дома доехать, в Нижний. И будет хорошо. У нас будет немножко времени, но если так по времени рассчитывать, то должно остаться время перед вечерней прогулкой. Немножко отдохнуть. Ну и грибы. Их же тоже там подберезовики в основном их нужно, ну как-то, в общем, побыстрее переработать, чтобы они не пропали. Так, вот тащимся теперь за автобусом. Так медленно ездят, 20 километров в час вообще. Эти автобусы просто невыносимы за ними. А уж если он в гору едет, то вообще. Вот, не надо. Еле поднимается. Сейчас все на газу делаются. В общем, еле едут. Как раньше носились, но им запретили носиться, потому что там как это болтаешься. Теперь ползают. А сегодня, кстати, выборы у нас в этих депутаты, наверное, везде депутаты или только по нашей. Ну, в общем, я этого не знаю. Я там не участвую в этих делах. А просто смотрю возле школ, что-то какая-то тусня происходит. А потом вспомнила. Ну, я так думаю, что нас опять Глебушку выберут. Как это? Глебушка, дай хлебушка. Мне все одним миром мазаны, но, по крайней мере, город в порядок привел. Ну, я так думаю, что там указка была сверху, чтобы приведешь город в порядок и заберем в Москву. Вот она старается. Посмотрим, что дальше. Ладно, поехали мы. Да, всего хорошего. Пока. Что, малыша, устану. Вздыхает, набегалась.
Умоталась, из машины чуть дошла. Лапы болят. Хвост отваливается. Устала девочка. Столько бегала, столько следов брала в лесу, да. Глаза уставшие. Девочка набегалась, нагулялась. Лапоньки сложи.